Мариву удар. И вот здесь уже на добивание играет Муртузали Абакаров. 1-0. Андиха Савюрт повели. Намертво зафиксировать этот мяч. Ну, это редкий случай, когда Андиха Савюрт свой штрафной удар будет не разыгрывать, а бить поворотом. Абакаров бьет и залетает. Вот такая вот банка. Как же ты так умудрился, Ислам Абакаров? Крутой пике совершает мяч после удара Ислама Абакарова. Закрутил так закрутил. 2-0 в пользу Андиха Савьорт. Да, вот Гериханов пришел на помощь, но справляется с ним. Удар поворотом, и какой мяч мог забить сейчас Рашидов. Катательный футбол. Забьет ли здесь Сайпилаев? Сыграли красиво! И все-таки Мурад забивает, но не рад тому, что вот и Абакаров поднимает голову. А когда Абакаров поднимает голову, мы всегда видим вот такие вот просто радиоуправляемые передачи. Шамиля. Дошел он до правого фланга. Сайпилаев. Удар Сайпилаева. Сейв завершает очередной. И будет прошел он. До правого фланга. Сайпилаев. Удар Сайпилаева. Сейв завершает очередной. И будет пробивать. Ой-ой-ой, как же здорово сыграл Рамазан Гаджиев. Обил поворот. Андиха Савюрт начинать атаки, видите? И вот залетает, наверное, мяч. Делает это Али Рашидов. Он заслужил этот мяч. А Андиха Савюрт последние несколько... Удар издали. Вот вновь на месте Гаджиев Рамазан. Вот разыграли свою. А вот здесь Мурат забьет, наверное, да? Сайпилаев забил. И бьет Абакаров. Попадает в перекладину. Один мяч отстает от Шамиля Шарипгаджиева из Умады. Удар поворотом Сайпилаев. Хэт-трик. И вновь Сайпилаев. Так, титул самой забивной команды чемпионата. Удар поворотом, еще один. А кто это у нас забивает, вышедший на замену? Абдул залил 95-й. А вот и еще один залетает. И здесь тот, который из Лераты и пробил в выше ворот. Поздравляем команду Андиха Савюрт с победой.